21 июля стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха достигла 17,9 градуса по Цельсию. Это на 0,01 градуса выше предыдущего температурного рекорда, установленного 6 июля прошлого года. Такие данные приводит Европейская климатическая служба «Коперникус», которая ведет наблюдение с 1940 года. Исследователи напоминают, что еще более ранний рекорд был установлен в 2016 году. Тогда средняя глобальная температура достигла 16,8 градуса по Цельсию. Обычно такие рекорды регистрируют с конца июня по начало августа. Это обусловлено тем, что в северном полушарии, где много суши, стоит лето, а океаны в южном полушарии еще не успели остыть. В этом году сыграло роль и то, что сейчас на большей части Антарктиды температура намного превышает средний показатель. Сотрудники службы «Коперникус» предполагают, что нынешний год может стать самым теплым за всю историю наблюдений, пока рекорд принадлежит 2023 году. Одной из причин высоких температур стал погодный феномен «Эль-Ниньо», который приводит к потеплению воды в океане. Но в апреле этого года это явление завершилось, вскоре его, возможно, сменит погодный феномен «Ла-Нинья» с противоположным эффектом. Если переход к Ла-Нинье произойдет и Тихий океан очень быстро и очень сильно остынет, то будет шанс, что 2024 год не станет самым теплым за всю историю наблюдений. Однако у нас за спиной уже 6 месяцев, каждый из которых был самым теплым. Между тем исследователи говорят, что 21 июля, возможно, рекордным днем будет недолго. Во многих районах северного полушария пока держится сильная жара.